Ну вот сейчас может получиться отличная атака. 3-1. Лучшая наша тройка. Опасает гол. 1-0 сборной России. Впереди Сергей Федоров открывает счет в этом матче. Перехват в строю на одного защитника вышли россияне и использовали, как только я сказал, что голевых моментов много не будет, первый из них филигранно использовала сборная России. Сергей Федоров, 5 заброшенных шайб.